Одесса, 24 июля 2023 года. Ночь с 23 на 24 июля. В Одессе проходит тревожно беспокойно. А причины следующие. Примерно в 21 час 40 минут 23 июля поступает следующая информация. Есть взлет 4 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка Калужской области пока траектория полета вдоль восточных рубежей. Минут через 20 приходит следующее сообщение. По Ту-22М3 идет передислокация на аэродром Моздок. Угрозы пока нет. В случае опасности сообщим. Также приходит инфа, что в море есть ракетоносители. У них на борту 8 крылатых ракет «Калибр». В начало первой ночи, уже 24 июля, приходит следующее сообщение запуски беспилотных летательных аппаратов типа «Шахет», направление «Южные регионы», ориентировочное время подлета – час, час пятьдесят, следим за сигналами тревоги. Через пару минут поступает новая тревожная информация. Зафиксирован взлет Ту-22М3 с аэродрома Моздок. Возможны пуски ракет Х-22. Час 40 минут ночи поступает информация. Шахеды над морем. Курс Одесса, Одесская область. Следим за сигналами воздушной тревоги. Ту-22М3, передислокация. Угрозы нет. И минут через 10 в Одессе звучит сигнал воздушной тревоги. Нам сообщают, на подлете 4 шахеда. Пока курс затока Сергеевка, Татарбунары, Вилкова. Затока, цель рядом. Сейчас будет громко. Будет работать ПВО. В области проходят мероприятия ПВО по уничтожению беспилотников. В это же время поступает информация, что в ряде городов Крыма слышна канонада работы ПВО, там атака беспилотников. Приходит сообщение, в отдельных районах города пропал свет. Причина – авария на подстанции. Пять шахедов курсом на Вилково килью Там работает ПВО. В 20 километров от Измаила фиксируются шахеды. Там также начинается мероприятие ПВО по сбитию шахедов. В Одессе пока тихо, канонады работы ПВО не слышно. 2 часа 20 минут ночи 24 июля. Нам сообщают, одесситы не волнуемся лишний раз. Нашу сторону пока чисто. У кого нет света, с фонариками идем в укрытие. Минут через пять поступает информация. В тех районах, где пропал свет, он начинает снова появляться. Тем временем сообщают о взрывах в Крыму. Феодосия, Старый Крым, Джанкой, Армянск. Там атака неизвестных беспилотников. Юг Одесской области активно атакуют беспилотниками. Замечено уже 8 целей. Они летят к Измаилу. Там работает ПВО. В Одессе пока угрозы нет. И это вся информация, которая есть на данный момент. Я постараюсь выпустить свежий ролик через пару часов. Моим дорогим соотечественникам и землякам, несмотря ни на что, я желаю мирного неба, Держитесь, дорогие мои, всего вам самого наилучшего и даст Бог. До новых встреч!